Скажи, ну там Миша, что? Точно Миша. Миша, молодец. Молодец, Миша. Уходите, уходите! Не мешайте. Миша, молодец! Давай! Давай, 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 давай! Вперед! Все, Миша, сел. Ну а я свой видео для всех делаю всегда. Ребят, меня просто одевают, а в этот раз не нашлось этой фишки. Залезну все, пожалуйста. Я, в принципе, контролирую ситуацию. За ленту, пожалуйста, пожалуйста, за ленту. Ну кадр, кадр за нужен, ленту. Кадр нужен. Нету кадра, вон они все стоят в очереди. Так вот. На бугор поедет, я убегу. Что-нибудь случится, тоже убегу. За ленту не перевози! За ленту не перевози! Так, Миша сел, пошел, да, это. Левее бери! Сел. Че, я тебе не достает, да? Thank you.
Что? Что? Привет, Сергей. Ку-ку. Блин, я ходила вас и сказала, чтобы жилетку отдать. Мне сказали, что у вас оранжевая. Я ее оставила. А меня гоняют там, понимаешь? Ну ладно, это уже все. Да нет, мы как-то в прошлые разы приучили. Приучили, типа мы свои. Так, колея есть. Колея есть. А он там дальше застрянет. Гол нахуй. Вот второй. Развернитесь, тут колею пробили. Туда! Езжай туда, не бойся. Вон дверь закрыть и все. Нарушение. А сейчас кто-нибудь сядет и все. Его завалите на и так поставите. Ку-ку. Так. Эльдал!
Матрос. Ваши проблемы, ребята. Если вам разрешат чужой воспользоваться, так я это. Так. Сейчас. Тебе хорошо. Встали за ленту. Не-не. Так, сейчас. Так, ты тоже тут фотоаппарат? Эрл, шлем повесь. Шлем не прикрывай. На второй заезд эту дорогу надо будет перекрыть, Коля. Пусть по той стороне едут. Все должны быть в неправильных условиях. Нет, я имею в виду второй заезд. Второй заезд будет спорт тоже. Еще машины. Не, я имею в виду с той стороны лужи, чтобы пробивали. А, ну они сейчас тут бордюр накопают и все. Зря я туда ушел. Миша. Миша какой крутой у нас. Так, Коль, я вот тут впереди вас стану. Уходим. Уходим отсюда. Так, отходим, отходим. Уходим. Вон едут машины. Уходим, ребят, за ленту. Ребят, за ленту. За ленту. Вот это. Пошел. Вот туда станьте, что-нибудь будете были. Куда? Сюда? Сейчас первый. А, вы эти? Ну вот здесь встаньте, вот на, за, прям в ленту. Я на вас, чтобы вы в кадре были, правильно? Ну вы в ленту упритесь, или вот сюда за ленточку, и все, кадр хороший. Нет, это... Пока поснимай сейчас, сейчас мы что-нибудь придумаем, быстро. Ты в кадр встань, и все вот сюда, а он отсюда снимет. Такие дела. Да. За рулем чуть-чуть надо. Да, дальше скинь это, так, а то он сейчас заберет его. А краса сам отойди пока. Так, все. Так, Миша. Thank you.
Идет! Скорость 2 раза ниже. Короче, мостом уперся, Миша. А, лед над вибрацией крутится. Да. Ну-ка. Советы от гасконца. Как дела? Не-не-не, сейчас. Да ничего. Не, это фотограф наш. Ребята, самые шикарные кадры он должен сделать. Под колеса он должен упасть сейчас. А что просто здесь стоит? Вон, в воду залазит, Серега, в воду. Да я с удовольствием. Меня просто те-то уже привыкли, штурмовиковские, а ваши гоняют. И эту не взял, которая желтая. Так, ну-ка. Место, Джо! Место, Джо! А? Рядом о. Сядет! Так, пошел. Здесь песок не проходили. Так, ну пробили там колею. Здесь, вода, пробивает, здесь теперь эти квадроциклисты только будут веселиться. А они это, хитрые. Они, короче, кто туда не поедет, да, у квадриков, кто туда не поедет, тут не с нами. Они... Зритель есть у вас? У зритель. За Мишу цепляйся, он хорошо стоит. Слышь? Вон у него, у зрителя, за него цепляйся! Он вас выйдет, потом вы его выкинете. Миша там хорошо сел. Так, ну и что мне теперь делать, ёшкин свет? Я так думал. Не месите все! Я предлагал там перекрыть на следующий заезд, а вам с этой стороны прокладывать дорогу. А здесь с этой стороны узко. Видишь, вот это место? Стало, короче, ныряешь сюда, вон там, туда, на горку, все. То есть там, ну там укатают, уже асфальт будет, я не знаю как. Не, мы же на время едем. Ну да. Мы с ними будем по времени из этого. У него есть трос, у того. У того же. Так. Вашу компанию туда, ребята. Не За линию. Ничего. Тут все стоят. Ну вот его массы хватит, пусть того попробует дернуть.
пошел. На том конце был, с этой стороны что-то происходит. Пришел, нет ничего. Стой, стой, стой! Ну это вообще легкая машинишка. Ну, молодцы. Гасконца тоже легкая, но не грязненькая. Да. Синтетика можно? А кевлар. Сори, не заметил, что синтетика. Фу-фу. Что у Миши случилось, Коль? Что у Миши там? Сидит. Не, сидит, он вроде поехал. Что-то с лебедкой, она не тянет. Его выдергивает только она. Они копать за... Они бы за Мишу зацепились. Он смотри сам как сидит. Куда ему цепляться? В бок, что ли? Под 90 градусов. Выдернули. Так. Так, дорогу. Давай, давай. Стой, Серега, стой. Серега, стой. Еще раз не пристегнешься, еще поставлю. Потому что поехал не пристегнутый, а потом пристегнулся. Мужики, как ты пойдешь? Хорошо? Поехали, пацаны, поехали. Все, пошли. Подожди, Вранглера пропустишь? Вранглера пропустишь? Есть, ездят тут всякие, да? Давай, Вова! Давай, давай! Все, сюда! Так, Саш, внимание. Давай, давай, давай! Давай, ты что достал? Володя! Давай, давай! Давай, 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 давай! Механика, да? Автомат или? Давай, давай! Володя, пацаны!
на брюхо сядет. Валим. Так. Ждите, чтобы я спрятался. А, он туда ушел. Фу, устал я весь. Ну ладно, я для вас же делаю, ребят. Отчеты полные. Его тоже надо как-то вынимать. Талант, а что все? Я его этот. Следующий круг назад просто топ. Поверх уезжаем. Не уходит туда, нет. Догоняем. Так, уходим. Бля, а мармон как там мармон? Забей его!
Нормальную динамическую стропу. А что всех не пустили? Кого? Да всю толпу, сейчас все сидели тут 10 штук. А что у него за 20? 20. Это не гонка была. Не, у него плохая стропа, есть нормальная стропа. Володя, у тебя самого есть нормальная? Давай, я боялся. Если бы мы не поехали, мы бы так бы не рисковали. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Все, все, отходим. Парни! Так, узел, узел! Все назад! Фотограф! Дядя фотограф! Сейчас, 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 подожди! Это! Саня! Саня! Забей колосик нормально! Давай, машина! Наступи просто, и все. Это что-то слышно, страшно. Саня, вон якорь, бежи. Мыслишь страшно? А, у нас хороший. Вот это второе. Это, вот эту хуйню. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. За бампер, давай. За раму сделай. Порежешь трос. Че, шаклов тоже нет ни хрена? Трос порежешь. Вот этот трос перемотай. Вот тот, увидели, мотай. Его в войне делай. Все, сюда тащите. Все, все, все. А стропа сыграет еще. Чуть-чуть дальше. Бампер не оторвется? Пойдем, Рыжков! Здесь грязь, я буду тебя вытаскивать. Ну, мягко уйдет, я буду вытаскивать. Все, отойдите. Так, все, уходим. Отходим. Подожди, скажи, гаси. Отходим. Вот этот трос пускай на меня. Отходим. Корку свою повесь. Подальше. Прилетит трос, мало не покажется, порвется, опасно. Талант. А что они не укомплектованы шахтами там, всякой херней? На старт выходит, все, наверное, должно быть. Напишите в регламенте. В регламенте есть? Есть. А что, тогда дисквалификация, да и все. Они же думают, что они застрянут. Ну, у тебя-то есть, надеюсь? Да. Вот. Что, как дела-то? По жизни нормально не стало. Третьей передачи нет, вот в чем проблема. А видал, как Женька-то порадовал меня осенью? Я сначала хочу, а потом... Смотрю, бах, стоит с кубком. А без наших гонка... Без наших я посмотрел, у них гонка скучноватая была. Назад, давай, пошло. Ну... Так. Откройте на работе, их не жалко, да? Так, ну там бы второй заезд, сразу готовился на старт, выходил. Чего они ебут? Что там, блядь, я там заплетаюсь. Размеры не те, шаклы. Не лезет, бля, маленькие шаклы, поэтому не лезет. Мне надо было вон тут, друг с другом перевернуть. Команду! Да, да. Я сначала дерну контрольно, потом... Да, потихоньку, а то сзад влетит тебе этот бампер ионный, блядь. Блядь, вот шахту будет. Так, все, ушли. Давай потихонечку. Подальше, подальше оттуда. Туда полетит, сюда полетит. Опасно. Подальше. Давай потихонечку. Смотри, чтоб узлов не было там. Все, нормально. Огонь, огонь! А, пошел! Я вообще прям вот так. Как дела? Друзья, вот, полей. Давайте быстрее, батарейка садится.
заранее будет. Давай, а? Засел, сильно засел. Журку надо вызывать. Не-не-не-не. Больше, больше, дай. Все, нашел, давай. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда, выноси. Thank you.